Приветствую всех из Одессы. Сегодня 15 сентября 2023 года. Относительно ночной атаки шахедами. Я сообщал в своем предыдущем видео о том, что Одессу не атаковали. Ночь в Одессе была спокойной, на Одессу ничего не летело, но шахеды где-то летали. И вот появилась официальная информация от Воздушных сил Украины. Сообщают о том, что ночью 15 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными беспилотниками типа Шахед-136-131. Атака была с юго-восточного направления, это Приморско-Ахтарск, территория Российской Федерации. Всего зафиксированы пуски 17 ударных беспилотников, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области, судя по всему, на Староконстантинов. Все 17 шахедов уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Привлекалась истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы воздушных сил и других составляющих сил обороны. То есть все шахеды были уничтожены силами и средствами наших ПВО. Прилетов нет. В Одессе ночь была спокойная, тревог не было, взрывов никаких не звучало. На данный момент обстановка в городе тоже спокойная, но немножечко у нас пасмурно. Наверное, будет или дождик. Передавали вчера какое-то штормовое предупреждение, но ветра сегодня такого, как вчера, нет. А вот касательно солнышка, то солнышко у нас сегодня тоже не светит. Все, подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.